И поддержка идет сейчас со всей страны, вот и с Нижнего Тагила. Такое нужное для фронта подкрепление. Целая колонна российских Т-90 движется в сторону передовой. Танки нульцевые, как говорят военные. На помощь своим подразделениям двигаемся. Как моральный дух? Боевой, заряженный. Готовы? Конечно, само собой. Современные Т-90 с интеллектуальной защитой от таких любимых киевскими боевиками американских «Джавелинов». При захвате системой наведения танк автоматически повернет башню в сторону противника. Очень неприятный для Киева сюрприз, когда «Джавелин» на Украине уже канонизирован.